Вот, тяжные девочки. Обернись. У меня парадная форма русского политзаключенного. Пойдем. Куда у меня? Вот машинка. Он слева черный камри. Я чуть не понимаю. Я привык ходить сам. Переоденем. Так, я привык ходить сам. И до этого, и после этого. Владимир Алексей Владимирович, я вас очень уважаю. Что вы хотели от меня? Посмотрите на меня, вот такой я полковник Вачков. Как мое состояние по ходу и бою готов. Вот такое мое состояние. Да. Это моя жена Надежда. Там Михайловна. Будет пресс-конференция. Владимир Васильевич, Владимир, пришли. Я уважаю людей. Я уважаю людей. Они вышли мне посмотреть. Нет, это мне. Я поклонюсь тоже самое. Мне это совершенно, чуждо. Пошли. Чтобы вы знали. Прекрасное. Я вам могу одно сказать. Ну, настроение хорошее. Пошли, пошли. Да. Поехали. Здравствуйте. Поехали. Они сейчас увидят. Народ там где, да. Я не люблю, когда мне так говорят. Мне таскали 11 лет. Зачем мне сейчас кого-то несете еще? Я спокойненько сам иду. Спокойненько иду сам. Своей волей уже. Ну, машина значит, машину. Вот. А вот Чубайского же пожелал вам спокойной старости, а вы что пожелаете Чубайску? Чубайсу? Бог не дал ему легкой смерти на лесной дороге. Поэтому его ожидает другая смерть. Владимир Васильевич, пойдемте, пойдемте. Осторожно. Так. О, сейчас охранник взял по бокам, я уже понял.